Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою? Как так получается, что у нас по центральному телевидению пропагандируют просто законченного нацика? Даже, заметьте, не фашиста, а именно законченного нацика Ильина. А мы пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам, посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода, путеводную звездою будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за 2 секунды зарываться в землю, чтоб остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины, увозя с собою тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь не я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся. Если нас не встретят по дороге синие фуражки, если встретят, ты молчи, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Ну и напоследок, в качестве все тех же когнитивных экспериментов. У меня скоро выйдет минут на 30-40 ролик с Дмитрием Юрьевичем, где я очередной раз позицию по текущим моментам максимально подробно обрисую. И опять же, на заметку ушибленным, я репостить начал, 2 раза уже репостил некоторые данные касательно своего участия в сборе различных материальных средств, но это не значит, что я в них раньше не участвовал, это просто вы не в курсе, дорогие альтернативно одаренные. Мне, в общем, все равно, о чем вы в курсе, а о чем нет. Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, только я выступаю по этому поводу довольно редко. Но если надо, могу выступить, материально подтвердив те или иные свои слова. За сим откланиваюсь. Мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Откланиваюсь. Откланиваюсь.